Итак, в общем, считаю, что пока что с багажником закончу. Приставка, которую делал на MP3 модуле, не особо работает, короче. Сигнал с нее очень-очень слабый. В общем, источником будет телефон. Подставочка используется, его можно куда-нибудь, куда угодно бросить. Планшет намного меньше выдает сигнал, поэтому слабовато звучит здесь. В общем, проверяем. Три усилка у нас. Момо усилитель на нижний ряд динамиков. Здесь мистери усилитель на сабвуфер идет. Здесь китайский или корейский усилитель на верхний ряд динамиков идет. И, блин, не помню, но откуда-то у меня еще и вот эти BMW-шные тоже запитаны. Учитывая, какая мощность расходуется, в общем, москвичонку по-любому, помимо аккумулятора, нужна еще и постоянная зарядка. Поэтому втыкаем в розетку. Конечно, от блока питания появился шум. Встроенный зарядник 5 ампер жрет. И 5 ампер еще идет у нас с китайского зарядника. Так, если откинуть китайский и оставить чисто на встроенном, сейчас посмотрим, наверное, за 10 ампер нагрузка пойдет на встроенный зарядник. Ну да, аккумулятор расходуется очень-очень быстро. Пока отключим, чтобы гула не было. Что еще хочу сказать? Сегодня восстановил подсветку вот эту. Целая полоса RGB лента идет. И мне пришло 2 или 3 набора разных лент. В общем, был вот такой Bluetooth наборчик. Вот он, контроллер Bluetooth. И он сгорел. Потом у меня был обычный, по-моему, контроллер. И он тоже сгорел. И сейчас стоит третий контроллер RGB ленты. Ну, вот только он и остался работать. Так, где у нас пульт? Так, пульт. Выключить подсветку. Включить подсветку. Что, у меня слишком светло, да? Ну, меньше мне не сделать яркость, потому что везде свет. Мониторы включены и прочее. Так, включаем, выбираем красный, зеленый, синий. Плюс разные режимы. Перебирание цвета. Какой-то стробоскоп непонятный. Плавное изменение цвета. Плавное с затуханием. В общем, режимов маловато, но в принципе достаточно. Старые контроллеры спокойно выдерживали прыжки по напряжению. Это к чему я? К тому, что у меня на Ish-Odi первый контроллер до сих пор работает. Я на него подаю 12 вольт, ну и он работает как контроллер RGB ленты, да? И вот таким переключателем я вырубаю питание, но подаю вместо питания, подаю музыкальный сигнал. То есть сигнал с колонки, грубо говоря. И старые контроллеры спокойно начинают стробоскопить под музыку. То есть получается светомузыка всеми цветами сразу, в итоге как стробоскоп работает. Или как белая светомузыка. То есть он белым цветом начинает мерцать под музыку. При этом, когда я возвращаюсь обратно на прямое питание нормальное 12 вольт, он работает. Здесь же этот фокус-мокус не прошел. Почему? Не знаю. Так или иначе, два контроллера я сегодня запорол. В общем, такой вот получился веселый багажничек у кибер-москвича. Свой усилитель, зарядная дополнительная, зарядная встроенная. Три усилителя, раз, два, три.
источник музыки здесь у нас MP3 модуль, то есть флешка, карта, AUX, радио и регулировка пассивная по трем выводам. То есть я планировал с него регулировать каждый усилитель. Где-то больше сигнал на один, где-то больше сигнал на другой, с третьего наоборот, допустим, убрать. И, короче, не особо это все получилось, надо все дорабатывать. Но сейчас, на данном этапе, больше никаких доработок уже не будет. Будет вот такой вот багажник. Возможно, какие-то новые гаджеты или там комплектующие появятся. Я уже подумаю, может быть, еще что-нибудь заколхозим. Но на данный момент это пока что все. Кому понравился Кибер Москвич, ставьте лайки, подписывайтесь на основной канал, лайв-канал, вступайте в нашу группу ВКонтакте, Яндекс.Дзен, ТикТок. Пишите комментарии о том, что я совсем с ума сошел с этим Кибер Москвичом, с этими светомузыками, светодиодами, усилителями, колонками. Ну и предлагайте идеи, что еще можно сделать с Кибер Москвичом, или с багажником, или еще что-то. В принципе, к этому моменту уже все на канале по Москвичу есть. На данный момент, что он пережил радиоуправление, автозапуски, вот это вот все в багажнике сумасшествие, синхронизированная подсветка приборов с подсветкой в ногах, с подсветкой тахометра. Короче, очень-очень много всего сделано. Все, заговорился. Всем спасибо за просмотр. Как всегда, всем всего самого наилучшего. И всем кибермосквичевское пока. Можно в космос полететь, если очень захотеть.